Вот. А вот это, ну, правда, не все взошли. Сколько тут скорость получилась? Процентов 60, наверное. Вот. Я взял, застрессировал академики и посадил. А почему? Да, вы же меня достали, друзья. Самым натуральным образом достали. Друзья, можно так это самое. А вот скажите мне, вот если я окошку посажу, я же академика, ты тоже рассылал, правильно? Я рассылал Королевский, я рассылал Баи, Серафимы, Амуры, Артемы, там это же супер сорта. А с косточки ни разу ничего не вырастил. 35 лет коту под хвост. Я же мог начать-то еще 35 лет назад. В то время уже это я мог у Левицкого байта достать, мог же, правильно? И уже бы какие-то выводы. А у меня смешанный сад. А манжурец может опылить бай, а бай может опылить манжурец. А манжурцы у меня укрупнились. А эти? А? Короче, достали меня ребята. Вот получайте. Вот они будут расти, расти. Фактически, кто-то может замерзнуть. Все-таки роскошный сорт. Вот эти, помните, 100-граммовые плоды. Вот я выбрал самые крупные косточки. Вот такие. О, я вам показывал. И вот получается, что зашли, начнут замерзать, начнут. Кого-то опылит, допустим, морозостойкий амур. А может быть, манжурец. Смотришь, растет. Какая будет косточка, неизвестно. Главное, неизвестно, кто папа. Но вот эту линию можно гнуть дальше. И дай бог здоровья Валерию Константиновичу. Пожелайте. Ну и не забудьте, что я 1000 косточек разослал по всей стране. Это ж не только от меня должно зависеть. Это так просто, ну, любопытство сгубило. Вот. Вот это вот я, ну, это все выкинуто, но я хотел показать, что те отбракованные косточки вот дали такие всходы. Неплохо, да? То есть, все-таки те технологические, вот эта линия моя, вовремя собрать, вовремя высушить, там, вовремя сохранить, сохранить, потом вовремя. Ну вот результат налицо, сами видите. Знаете, откуда они тут? Потому что сидит моя помощница, племянница, это вам, а потом раз натреснутая, или даже хвостик высунута, это в банку. Я говорю, такие не высылать. Не хватило даже, последним я отказал. Я мог бы еще несколько заработать денег. Но я не халтурил. Зашли, но у меня.